Здравствуйте, глубоко уважаемые любители планерного спорта. Хочу вас порадовать красивыми видами заповедника Веркор. Мы сейчас набрали небольшую высоту, которая нам нужна для того, чтобы показать вам все торжество, стихии горносоздающие здесь. Здесь совершенно потрясающие виды. Только что мы были тут в прямом эфире. Вот, но он какой-то прерывистый и так далее. И я решил, что, пожалуй, стоит записать вам это же, но в хорошем качестве на камеру. Вот сейчас мы поздороваемся с парапланеристом. Вот он, красавчик. Вот, и отправимся на экскурсию вдоль заповедника Веркор. Ого, как мы тут поднабрали. Вот здесь, ой, лихо. Здесь есть домики такие красивые, на которых у нас, в которых живут люди, там бассейн какой-то с водичкой. Я это называю конец цивилизации, посмотрите. Сейчас мы кружочек сделаем над ними. Смотрите, как люди живут. Вот. До домика лужа с водой. Здесь сейчас мы на высоте больше 300 над рельефом, поэтому можем себе позволить проход. Никто нас за это не заругает. Вот, тут стадо баранчиков вот такое. Ого, какое прям стадо. Вы посмотрите, вот жирных таких много-много. Как это, как и вот дырка в земле. Посмотрите, вот она, отверстие в земле. Вон, через которое, наверное, вся вода вытекает, которая здесь есть. Лишняя. Вон, зачем такое отверстие в земле? И вот я вижу, думаю, надеюсь, вы видите баранов, да? Хочется верить, что вы видите баранов. Так, я на крыло сейчас сконцентрирую, крылом буду тыкать вот отверстие в земле. Вот, так, высота, еще можно круг, на то, чтобы нам тут не заругали нас. А вот бараны, эти, прям бараны табунами, ух ты ж, ё. Так, все, уходим отсюда, так, 290, ой, надо повыше, 300 нам нужно, так, где парапланы, где, Дана, видишь парапланы? А, вон он. Вот они, высоко-высоко. Над нами, вон, парапланчик один и планер. Так, ну и, собственно, сейчас лечу вам показывать аватар. Это такая красивая торчащая скала. Вот, очень красивая и очень торчащая. Сейчас мы наберем скорость и пойдем. Закрылочку на троечку кинь. Так, ну полетели, экскурсия по... У тебя форточки закрыты? Да. Ага, то шумит что-то избыточно. Экскурсия по хребту заповедника Веркор. Мы сейчас идем по границе заповедника. Видите, уже горы выше нас, то есть мы ближе, если приближаемся, нарушаем. Но мы же не нарушаем, мы высококультурный экипаж. Сейчас я скорость увеличу, просяду вниз, чтобы показать вам красивые пещеры, какие здесь. Ну, не знаю, пещеры, гроты. Видите, как шикарно выглядит. А вот парапланеристы. Я сейчас к ним подымусь, смотрите. Вот они. О, красавцы эти летят. Как же им тут не страшно. Машут нам рукой. Вот, а я вам хочу продолжить показывать. Так. Заповедник наш. И, соответственно, наша цель – это показать торчащую скалу, которая одним концом опирается на вот этот вот скальный массив, но полностью отделена от него. Сейчас на этом ракурсе, я не знаю, удастся вам красиво это посмотреть или нет. Блин, меня немножко трясет. Оп. Но я потом поменяю ракурс, на обратном проходе мы еще высоты чуть-чуть потеряем. Я обещаю вам более качественную съемку, поэтому пока смотрите и терпите. Вот. Вот она, эта скала, она сейчас хорошо видна. Смотрите. Но не видно, что отверстие, оно будет с противоположного пролета лучше видно. Вот, я сейчас поднимусь, покажу, как оно. Опа, а тут полочка такая вот. Что хочется, это взять вот на этой полочке, там, поставить какую-нибудь палаточку и посидеть, свесив ножки в пропасть, да? Смотрите, как красиво. Заповедник этот дружественный нам. Он разрешает летать на высоте 300 метров над рельефом, то есть если бы мы были выше
на 300, ну, 300 метров над верхушкой этих гор спокойно могли бы пролететь и выше заповедника. Но сейчас мы летим сбоку по его границе. Вот смотрите, какая красивая еще стеночка. Сейчас будет полочка. Тоже где хочется посидеть, свесив ножки. Вот это вот мое любимое место. Вот сейчас я пройду максимально близко. Смотрите. Оп. Там-тарам-тарам. Представляете, вот здесь вот, вот так вот. Вот. Палаточку поставить. Ой, кайф. Так, 150. Ну, максимально по рельефу. Близко-близко. Сейчас смотрите. Тут можно. Нашу тень от планера. Орлов всяких пугаем. Тырым-тырым-тырым-тырым-тырым-тырым. По самой границе заповедника. Оп. Вот, ну что. Давайте. И здесь разворачиваемся. Я делаю проход в обратную сторону, чтобы вы могли заценить эту скалу. Видите, как рельеф, вдоль которого я шел. Сейчас, по идее, съемка должна быть более удачного ракурса. Надеюсь, что камера трясется, конечно, но не очень. Настолько, чтобы терять видимость. Ну вот, смотрите, сейчас как раз эта полочка, которая мне нравится и красивенькая. Вот она сейчас вместе с крылом пошла. Вот стеночка, в которой я сейчас лечу, смотрите, вот там мордой прям, ух, страшно, да? На самом деле вдоль таких стенок не очень комфортно летать, вот, потому что расстояние чувствуется сложно, ты не понимаешь, это маленькая елочка или большая елочка, но при некоторой сноровке, в принципе, все это реально и достижимо. Вот сейчас появится наша скала, вот сейчас она видна, видно отверстие уже с этого ракурса, видите, там просто я захожу с поворотом, а здесь видно. Сейчас я максимально близко к ней приближусь, чтобы не испугаться, в общем-то, с одной стороны, а с другой стороны, чтобы вам видно было. Видите, вот она, как она вся устроена, вот она. Эх, моя одна из мечт сюда забраться. Сейчас я покажу, видимо, как-то задом, не знаю, если камера удачно снимает, то вы ее еще видите, я-то уже не вижу. И мне сейчас надо ухо во рту держать, потому что тут могут выпаривать парапланеристы. Вот, моя задача сейчас дойти до потока, в котором я с вами здоровался, так как я потерял много высоты на проход вдоль этой стеночки. Соответственно, как только я вернусь в поток, я думаю, что встану в набор и с вами попрощаюсь и буду работать. А пока вот еще смотрите, как можно брить скалы крылом. Замечательно. Заглядываю во всякие эти пещерки и так далее. О! О! Близко идем. Ну, так веселее, что если далеко идти. И съемочек таких хороших не получится. Нам же хочется вас порадовать, глубоко уважаемые любители планерного спорта. Мы же для этого, собственно, и летаем. Не только чтобы летать, но чтобы и радовать. Ну вот он, поток, вот они, птицы. Парапланы есть? Парапланов нет. Ладно, будем работать сейчас по рельефу. Все, глубоко уважаемые любители планерного спорта, засим откланиваюсь, ибо работать надо. Надеюсь, я вас немножко порадовал. Вот. Пишите, какие бы места в округе хотели бы еще увидеть, про что рассказывал, услышать. Потому что я тут, не знаю, снимаю, может быть, а может вам неинтересно вот это вот. Хочется там какую-нибудь мертвую петлю больше или там штопор. Вот, или там орлов, не знаю, поснимать каких-нибудь звуков, мало ли что. Вот, поэтому жду рекомендаций. Всего доброго, до новых встреч. Эй, ариван. Будем работать. А, наверху выше, да? Хорошо, все, выключаюсь и...